Актер так и не сыграл в фильме Питера Джексона «Милые кости», потому что у режиссера было другое видение персонажа. Все бы ничего, только Гослингу пришлось набрать 27 килограммов для этой роли, и все зря. Актрису утвердили на роль в фильме «Немножко беременна». По сценарию ей предстояло участвовать в съемках весьма правдоподобных родов. Но Энн не чувствовала себя комфортно в такой обстановке и к тому же не имела собственного опыта родов, поэтому вместо нее роль сыграла Кэтрин Хёйгл. Актер захотел внести изменения в сценарий фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». Киностудии это не понравилось, и перед началом съемок его заменили на Эдди Мёрфи. Актрисе не дали сыграть в фильме «Сможете ли вы меня простить?», потому что она не хотела набрать несколько лишних килограммов, а просила толстый костюм. С ним случилась необычная история. Актеру дали главную роль в фильме «Американский психопат», а потом забрали, потому что неожиданно освободился Леонардо Ди Каприо. Позже выяснилось, что Лео вновь сильно занят, и продюсера опять пришли к Бейлу, который не стал отказываться. Он был первым исполнителем двойной роли Халка и Брюса Бённера в фильме «Невероятный Халк». Но во «Мстители» его уже не позвали. Студия хотела видеть в этой роли актера с таким же творческим началом и способностью к сотрудничеству, как у других актеров, а Нортон отличается резким характером. Актрису пригласили озвучивать главную героиню в анимационном фильме «Цыпленок Цыпа». Она потратила несколько месяцев на эту работу и создание образа, а потом студия Disney решила, что герой должен быть мужского пола, и его озвучил Зак Брафф. С 1984 года Джон Мус по 1991 год актриса играла роль Денис в сериале «Шоу Косби». А после седьмого сезона ее уволили из-за творческих разногласий в команде. Актер озвучивал медвежонка Паддингтона в первом фильме. Но когда работа уже была сделана, продюсеры сочли его голос слишком низким, и пригласили Бена Уишоу. Продюсеры сериала «Два с половиной человека» запретили Шину участвовать в съемках, потому что он высмеивал сценарий и отказался от реабилитационной клиники, где вылечил бы наркотическую зависимость. Актриса рассказала, что во время съемок «Трансформеров» режиссер Майкл Бэй вел себя как диктатор, и ее роль в новом фильме была отдана более спокойной Розе Хантингтон-Уайтли. Когда актер снимался в сериале «Доктор Хаус», он получил приглашение занять один из постов в администрации президента Барака Обамы. Несмотря на то, что он хотел доиграть свою роль до конца, создатели сериала вывели его из съемочного процесса. Герой совершил самоубийство. Фото Getty Images.